Берлин. Так, вот такая вот здесь терраса красивая деревянная. А вот мы заходим в дом. Здесь у нас тоже дверь из ПВХ. Видите, как светло сразу в тамбуре. И мультифункциональный стеклопакет. Так, заходим, значит, это у нас гардеробная, скорее всего, будет в этой части. Так, дальше. Здесь, соответственно, санузел. Здесь у нас каркасные перегородки. Здесь у нас комната нижнего этажа. Ну и здесь, соответственно, зона лестничного проема наверх идет. Соответственно, место, где обычно все хозпринадлежности хранятся, здесь ставится дверь. И вот у нас получается гостиная первого этажа. Вот такая она. И здесь два выхода на террасу. То есть на террасе вообще можно очень хорошо проводить время. Видите, в каком болоте пришлось работать. Вот пришлось вон там, видите, песок. По всему пятнозаду со стройки делать песчаную засыпку. Мы поднимаемся на второй этаж, в зону спален. Соответственно, здесь у нас по прямой второй санузел. Они симметричны над первым. И пошли спальни. Это у нас первая спальня. С таким видом на соседний лес. Это у нас напрямую вторая спальня. Тоже с таким видом на весь поселок. Такой вот вид. И еще две спальни. Вот получается у нас еще одна спальня. Третья. И четвертая спальня. И плюс еще одна внизу. Но это, скорее всего, ну, в принципе, тут 5 спален получается. Гардеробное техпомещение. Вот такой лестничный проем. Лестница из панели.